Ассаляму алейкум, рахматуллах, бракатухи, братья и сестры. Покажу свою вечернюю кайфушную в очередной раз. Это моя кайфушная. Я вот здесь кайф ловлю сейчас. Балдею. А точнее, духовно отдыхаю. Как-то так. Двор у нас светлый. Вечерняя съемка, в принципе, тоже неплохо заходит. Собаки помогают духовно отключиться от нашего вот этого жизненного сумасшествия и расслабиться. Очень сильно напоминает мне медитацию или наблюдение за огнем, за весенним половодьем, когда нервная система позволяет возможность расслабиться. Аккуратно играем! И кайфануть. Ну, не всегда расслабиться, как вот сейчас, например. Под контролем надо же все держать, но все равно духовно я здесь отдыхаю. Вот. Со своими детишками, хулигашками. Гидра вон там пилорамит кустарники, остатки. Сейчас покажу. Там что-то догрызает. Ну, я смирился с тем, что здесь кусты, в принципе, все уже подлетят, потому что вот тут уже точно понятно, эти кусты не взойдут, наверное, уже. Такие выживают, которые вот, ну, такие вот по типу. И то, короче, я вот сижу тут не просто, мне надо охранять, потому что его тоже хотят подрезать. Ну, такое здоровое, конечно же, не подрежут они, но проблем создадут. Вот. А мы хотим летом получить яблочек, потому что эти засранцы тоже у нас их лупят с удовольствием. Вот. Опять-таки для них же. Яблочки нам нужны будут. Вот. Чувствую здесь себя пастухом таким на выгуле. Ну, для меня эти ощущения, они не новые. Я в детстве скотину, слава богу, пас. Вот. Выпадало у меня такая возможность в детстве. КРС мы пасли колхозные стада и деревенские стада. Вот это очень увлекательное занятие для детей на самом деле, но современные дети не поймут, о чем я сейчас. Также их родители навряд ли поймут, что я тут болтаю вообще. Вот. Я как пастух, одним словом, люблю наблюдать за ними. Вот. Наигрались, воды-то нету. Чем жажду утолять? Снежок. Это тоже хорошо. Получаем живую молекулу, то есть экзим. Вот. Опять-таки оздоравливаемся. Собаки уже хорошо знают свою территорию. Вот. То есть зону выгула своей территории им уже понятно, которую им обозначили. Вот они, в принципе, уже ее не нарушают, даже если враг там рядом. Ну, при мне, по крайней мере, не покидают. А так, конечно же, если какая-нибудь собака посторонняя будет, выскочит. Поэтому оставлять без присмотра нельзя. Вот пасем так вот, сидим глаз да глаз. Ну, а что там сейчас он какая-нибудь прибежит? У нас же вот здесь не глухой забор, решетка. Они мне тут вот могут прям проскочить по этой части. Все там потом. Проблемы. Вот. Так что оставлять так нельзя. И потом, если еще оставишь собачка, они раздерутся обязательно. Вот. А пока наблюдаешь за ними, они друг друга ушки лижут и на меня поглядывают по очереди. Ну, по типу, какие мы дружелюбные, мы даже и драться не думаем, такие вот. Ну, у них натура поведения так устроена. Но они боковым зрением всегда меня палят, и стоит мне уйти, конечно же, кто-то забияка начнет конфликтную ситуацию обострять, и ни к чему хорошему, опять-таки, тоже не приведет это. Вот, поэтому надо контролить, контролить. Орланчик у нас уже очень даже неплохо так подсушился. Подсушился, хотя в целях у меня не было его настолько высушивать. Вот, он по себе такой у нас конституционно, даже если питание хорошее загружаешь, он особо-то не набирает, вот.
Ну, работал я побольше с ним, конечно, и это еще сказалось. Вот, поэтому у нас, как я уже говорил, сушка в планы не входит. Вот, мы его будем дальше усиливать. И все детишки у меня сейчас на усиленном питании также и остаются. 9 месяцев еще пока не показатель. Подсушить собаку всегда успеем. Ну и жирить я не люблю, разжирять. Вот я вот как бы смотрю, вот надо золотую середину как бы вот чувствовать ее, что ли, понимать, вот, чтобы и мышцы были, но и не совсем сухой еще он должен быть. Он же все-таки еще растет, ну, в моем понимании. Вот как-то баланс, золотая середина должна быть во всем. И это самое трудное, конечно, вот, найти золотую середину во всем. Аккуратно играем. Кто опять тут фыркает? Куря. Вот она, заразка, тоже частенько очень это первая начинает. Кобельки-то уже как бы понимают то, что драться смысла, ну, как бы по пустякам не стоит, потому что последствия-то уже нам всем известны какие, вот. А сучонка еще пока глупая, еще задирается, ну. Ну, сучонка есть сучонка, они такие. Вот кобельки уже как бы более солидарны, уже все понимают. Все как бы то, что они понимают, тем более папа не любит. Вот, и то, да, все равно надо следить. У них же как это вот происходит очень резко все, очень и обида может произойти очень резко, прям внезапно, и ответка, и сцепы все, и понеслось, и то есть ты можешь просто не успеть. Ой, у меня тут 7 минут видеосъемки, такой видос даже в YouTube можно грузить, если получится хорошего качества, сейчас посмотрим. Всем добра и здоровья!